полковник Варгас. Начальник Ласвал. Ого, мы позвоним. Видать, все серьезно. Очень. Алехандро, нужна помощь. Слушаю. Картель Лас-Альмас хочет провести через границу иранского террориста. Ласвал, через южную границу террористы не ходят. Да, и они знают, что мы это знаем. Потому и выбрали такой маршрут. Ты должен им помешать. Кто объект? Майор Гасан Зияни. Понял. Когда? Этой ночью. Подключилась к дрону-разведчику. Наблюдаю. Алехандро, у тебя движение. Мигранты к воде. Пограничники их ловят. Это картель решил вас отвлечь, чтобы под шумок вывести Гасана. Понял. А где же ФБР? В часе отсюда. Сейчас есть только вы. Ясно. Рудольфо, мигранты нас просто отвлекают. Объект уходит от нас. Его могли перевести через реку на лодке. Давайте поищем. Давайте. Мы работаем. Алехандро, не пускай Гасана за границу. Так точно. Отбой. Пересечет границу, и мы будем бессильны. Нужно не допустить этого. Мира, полковник, там, на севере. Это их лодка. Тормози. Эй, искуча. Картель торопится вывести Гасана. Мы еще можем перехватить их до границы. Понял. Стена впереди. Готовься. Картель Лас-Альмас ведет дела с Ираном? Это что-то новое. А если Гасан уйдет? Тактика изменится. Слушай, голоса. Я насчитал четверых. Вижу Гасана на стене. Черт, перешел. Нельзя его упускать. Мы должны вмешаться. Я пошел. Тома ла эскалера. Динеро фасил. Чисто. Чисто. Ласвал, объект пересек границу и уходит. Мы продолжаем погоню. Не советую, полковник. У вас тут ни полномочий, ни резервов. Знаю. Поторопи ФБР и сообщи местным копам. Отбой. Рудольфо, давай на лестницу, живо! Видишь его? Нет, он убежал. Идем скорее за ним. Вперед. Картель спрячет его в своем притоне, где-то в городе. Нам надо найти этот дом. Понял. У Гасана здесь больше друзей, чем у нас. Будь начеку. Гасан шел сюда. Вперед! Там кто-то есть! Сукины дети! Сюда! Эй! Какого работает хрена спецназ, ты творишь? Работает не выходите! Внутрь, я сказал! Твою мать! Во дворе чисто. Идем! Дом на углу. Понял. Вижу. Открывай, я прикрою. Полиция, сержант. Полиция уже едет. Давай к двери. Спецназ! Спецназ! Брось оружие! Хрен тебе! А ну назад, живо! Не стреляй! Не стреляй! Здесь проходили люди. Куда они пошли? Вон туда! Рудольфо, идем. Гасан ушел. Надо спешить. Хранитель,
Мы на углу Флорес и Баракас. Объект идет на запад в притон. Принято. К вам едут местные копы. Понял. Отбой. Патруль картеля! Стреляй! Все чисто! Чисто! Смотри, они пошли сюда! Ты как? Нормально. Ты? В порядке. Так, сюда. За мной. Значит, Гасан один. Ненадолго. Спецназ, лежать! Что за хрень? Вали из моего дома! Я тебя не трону. Мне нужен один тип. Черт! За ними! Здесь прошел человек. Где он? Эй, стоять! Блин. Хранитель, нужен врач. Гражданский ранен. Рудольфо, вперед. Так точно. Какой дом нам нужен? Начни с синего, двухэтажного. Почему? Фонарь перед ним только что погас. Местный коп. Гласвелл прислал. Оружие на землю! Живо! Делай, как он говорит. Делай, как потом я разберемся. А то пристрелю нахер, понял? Теперь иди сюда. Руки держи над головой, чтоб я видел. Будешь рыпаться, пристрелю. Полковник Варгас, спецназ. Мы ищем известного террориста. Отставить, Гомес. Это ее ребята. Ха, а рожи точь в точь, как у картеля. Где ваш подозреваемый? Мы выследили. Проверь внутри. Я перекрою выходы. Входи. Я блокирую снаружи. Вхожу. Следи, чтобы не выскочили. Иду на второй этаж. Сжечь все. Ты знаешь, кто я? Ты террорист, Пендехо. Я солдат.
Я здесь на войне. Нет. Пусть сгорит, как горел Гарбрани. Эй, я вижу дым! Что у тебя? Рудольфо! Я иду внутрь! Полковник, мне не выбраться. Ты где, Рудольфо? Слушай, Гасан ушел. Его сейчас увозят. Груди! Что-то везут по Атлантике. Там судно. На нем груз.